глазах твоих увижу самый яркий свет. Знаешь, ничего дороже в этом мире нет. Как тебя ждала, знаю только я. Спасибо, что ты есть у меня. Thank you.
танцевальный коллектив «Восточная красавица». Добрый день, дорогие друзья, наши уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на отчетном концерте танцевального коллектива «Восточная красавица». В этом году им исполняется 6 лет. Это яркий, экспрессивный танцевальный коллектив. В его репертуаре классические, фольклорные, эстрадные танцы, табло, фьюжн-постановки. Каждый год репертуар коллектива пополняется новыми, необычными, красочными и костюмированными номерами. Ежегодно они активно участвуют в различных конкурсах и фестивалях. В этом году они принимали участие во Всероссийском фестивале восточного танца «Диамант», город Санкт-Петербург, Международном фестивале восточного танца «Сокровища Востока» в сопровождении египетского оркестра «Аль-Аздека», город Ярославль, в региональном конкурсе «Восточный жемчуг», город Сергиев Посад, ежегодном районном конкурсе этнического и индийского танца «Очарование этникой», город Сергиев Посад, в международном конкурсе «Дент Вест», город Москва, а также в открытых фестивалях восточных танцев, город Краснозаводск, Москва, Пересвет. За этот год в копилку коллектива добавилось 56 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. А за 6 лет коллектив получил, внимание, 125 золотых, 53 серебряных и 23 бронзовых медалей, не считая индивидуальных наград. Это достойно бурных аплодисментов! Сегодня вы увидите самые лучшие танцевальные номера, как сольные, так и групповые, новые и уже полюбившиеся вам. Встречайте, на сцене группа «Амира» Бабушахат. ودمع العين يسبقها ما
«Восточная красавица» занимаются дети от 5 лет и старше. Младшую, самую младшую возрастную категорию на конкурсах называют «Бэйби-номинация». Это детки от 5 до 7 лет. И следующей на эту сцену разрешите пригласить солистку группы «Ясмин» Кирбенёву Софью Межансе. Встречайте! Танцевальные группы коллектива были названы в честь восточных красавиц Амира, Малика, Жасмин, Ясмин, Амаль. Встречаем группа Амаль. Весенняя нежность. Thank you.
Мы провожаем группу «Амаль», а на сцене самая младшая группа «Ясмин». Встречаем! Еще раз аплодисменты маленьким нашим участникам группе «Ясмин». А мы приглашаем на эту сцену главного специалиста Комитета по социальной политике Александровского района Сухоносову Марину Викторовну. Дорогая Екатерина Сергеевна, от всего сердца хочу вас сегодня и поздравить, и поблагодарить за тот чудесный праздник, который вы дарите всем нам. Потому что отчетный концерт – это действительно праздник, это подведение итогов. И вот то, что мы сейчас видим на сцене – это изящество, виртуозность, красоту танца. За всем за этим мы понимаем, что стоит огромный-огромный большой труд, упорство, ваше терпение, каждодневное, кропотливое. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо за то, что вот… В зале, когда сидишь, чувствуешь ребенком, потому что вы нас погружаете в мир волшебства и сказки, действительно. Глядя на сцену, мы это чувствуем. Я хочу пожелать вам, чтобы коллектив ваш рос, потому что много вот новых участников в коллективе, чтобы ширился ваш репертуар, чтобы вас тепло встречали на площадках не только нашего города, района, области, но и далеко-далеко за их пределами, потому что вы участники уже всероссийских и международных конкурсов. Ну и хочу вам пожелать
творческого вдохновения, Екатерина Сергеевна. Я хочу пожелать вам успехов, побед, но и, наверное, самой высшей наградой, которая вообще является для исполнителей, это громкие овации благодарных зрителей, которые мы сегодня слышим. Спасибо вам, дорогая. А мы встречаем Глазкову Елизавету с классическим восточным танцем. На сцене Дмитриева Оксана, Межансе.
Межансе – классический восточный танец. На сцене группа «Маляка». На сцене самая младшая участница коллектива. Встречаем Варенова Полина. Thank you.
Классика. Группа «Жасмин». Жасмин. Слово предоставляется руководителю танцевального коллектива «Восточная красавица» Ждановой Екатерине Сергеевне. Здравствуйте. В этом году мы поздравляем детей на сцене. В том году мы поздравляли их вечером. Короче, мы поздравляем. В этом году мы их поздравляем на сцене. Детки мои, что хочу вам сказать? Всего самого хорошего пожелать, творческих успехов, побольше улыбаться на сцене, не пропускать тренировки, не только мои и Ирины Игоревны. Всего вам самого хорошего. Сейчас мы вам, Салла Александровна мне поможет раздать вам подарки. Приготовили ваши родители, и я в том числе приготовила вам подарочки. Давайте, кого буду вызывать, тот ко мне подходит. Хорошо? Так, медалью награждается Ленькова Валерия. Новожилова Екатерина. Это новенькие у нас девочка. Денисова Елизавета. Сырцова Анастасия. Краснянская Ксения. Жданова Полина. Прохорова Юлия. Ильина Варвара.
Ведякина Варвара. А то у нас все кубки, кубки. Дети хотят медаль. Вот в этом году мы решили им подарить медаль вместе с родителями. Похлопаем. Что ж, под аплодисменты мы провожаем вас за кулисы. А, ответное слово, дорогие друзья. Сегодня даже детки подготовились. Ответное слово руководителю. Пожалуйста, вам микрофон. Дорогая наша Екатерина Сергеевна, мы поздравляем вас с учетным концертом, желаем всего самого наилучшего, от творческих успехов, новых ярких постановок, и чтобы вы в нас не разочаровывались. Что ж, а мы продолжаем, и на сцене Кубахина Ева. С классическим восточным танцем. Андалузийский танец Мовушахат. Группа Ясмин.
На сцене группа Амира, экспрессивная табла. Межансе. Акашкина Виктория. Thank you.
в исполнении Линьковой Валерии и Сырцовой Анастасии классический восточный танец. Мария Межанс. Thank you.
встречаем Арзанову Ладу с яркой классикой. Приглашаем на сцену Акулову Ульяну и Бедственную Анастасию. Межансе модерн. Thank you.
яркая гавайская вечеринка в восточном стиле с группой «Ясмин». Встречаем! Уважаем нашу прекрасную тропиканку, а детки остаются на сцене. Слово предоставляется руководителю коллектива. Ну что, малышки мои, как вам станцевали? Они первый раз танцевали. За 2 недели мы собрали эту постановку, но мы будем отрабатывать, возить на конкурсы. Детки мои, я вас поздравляю. Забыла. Где мой помощник Александр? Александр, ну нам тоже поможете. Детки, стой пока. Тебе понравилось? Круто, да? Девчонки, возьмете его с собой-то? Он, знаете, как умеет круто танцевать? Занимается бальными танцами. Я вам желаю всего самого хорошего. Растите. Кто-то у меня в этом году пойдет в школу, кто-то уже ходит. Детский сад у нас закончился, да? Желаю вам творческих успехов, не болеть, не пропускать. Слушайте Екатерину Сергеевну. Всего-всего вам самого хорошего. Так, начнем награждение. Бибина Влада ко мне идет. Кирпинева София.
Уральская Яна. Стесняшки. Кузина Полина. Лохматова Полина. Сивакова Дана. Шаповалова Татьяна. Таня, подарок Танюше. Диндарова Алина. Варенова Полина. Че, Полин, как ты и мечтал, да? Цветы на сцене. Антонова Валерия. Алексахина Алина. Все получили подарки? Молодцы, мы вас провожаем. Слово предоставляется родителям группы «Ясмин». Екатерина Сергеевна, хотим вам выразить огромную благодарность. И вот немножко хотелось бы приоткрыть занавес нашего коллектива, так как мы самая маленькая группа. Нам, родителям, приходится встречать, провожать и, соответственно, ждать детей. И мы, наверное, единственные видим, как тяжело вам это все дается. Зритель, он увидел уже результат, а сколько вы трудитесь, тратя физических, душевных и моральных сил, видим это мы. Насколько вам удается, мы все время сидим и говорим, маленькая, а с фантазией. Это надо в одной голове выдумать костюмы, найти музыку, поставить постановку, и потом вот еще вот это все настолько красочно и настолько душевно вынести зрителю, это у вас талант. И как вы умеете? И потом, мои хорошие, то есть дети настолько любят, и вот несмотря на там... Потом, ой, нет, мам, Екатерина Сергеевна, нам ее жалко было сегодня. А почему, Влад? Ну, мы сегодня не слушались. В общем, огромное вам спасибо. Мы вам желаем, чтобы вы у нас всегда оставались такой же красавицей, умницей. Здоровья, самое главное, физическое. У нас много родителей, детей, все с характером. А вы у нас одна. Берегите себя. Спасибо. А мы продолжаем и встречаем группу «Маляка» «Энергичная табла». Thank you.
Шульгина. Классика. На сцене Егорова Валерия. Табла. Thank you.
Ваши аплодисменты. Дорогие наши зрители, хотела вам сказать большое спасибо, что вы каждый год посещаете наш концерт. Всего вам самого хорошего. Приходите к нам. Хотела сказать слова благодарности нашим родителям. Видели, наверное, наш видеоролик. Чуть-чуть мне не хватило времени доделать все, что я хотела сделать, доделать. Но мы постараемся, может быть, на следующий год это сделать. Этот отчетный концерт мы посвятили и родителям, и детям. То есть дети говорят спасибо своим родителям, а родители говорят спасибо детям, что они у них есть. Спасибо вам, родители, всем большое за ваши труды, потому что ваши труды тоже есть. Вы водите своих детей, вы ездите с ними на конкурсы, сидите, готовитесь, отрабатываете дома движения, мои домашние задания. Спасибо вам большое. На сцену хочу пригласить трех родителей, которые постоянно со мной ездят на конкурсы, помогают не только своим детям, но и всем остальным. На сцену хочу пригласить Иванову Светлану Николаевну, Бедственную Ольгу Николаевну и Акашкину Елену Александровну. Вот эти три мамы постоянно. То есть, если я ухожу где-то там бегаю, занимаюсь какими-то делами на конкурсе, они их одевают, красят, причесывают. Они всегда-всегда со мной. Место в автобусе у них забронировано всегда. Вот эти три мамы, посмотрите на них. Я их очень люблю, как и всех остальных люблю. Дорогие мои мамы, спасибо вам. Побольше мне таких мам. Будет вообще замечательно. Спасибо вам большое. Я вас награждаю грамотой. Вам огромное. Еще хочу сказать слова благодарности моей маме и моей второй маме. Я к вам спущусь, наверное. Они тоже помогают мне. Сидят с моими детьми, и не только. Еще хочу сказать большое спасибо моему мужу. Он тоже много чего делает, терпит. Потому что меня дома не бывает, вы понимаете, да? Я всегда живу на работе. Домой прихожу и ухожу. Спасибо вам всем огромное. Курдская дабка, группа Маляка. We'll be right back.
Стоять. Конечно, группу Малякова тоже поздравляем. Девочки мои, я вас очень люблю. Самая выездная, наверное, группа. Больше всех танцует, больше всех трудится. Творческих вам успехов. Готовимся к следующему году. Медалью награждается Акашкина Виктория. Бедственная Анастасия. Глазкова Елизавета. Нехорошая Анастасия. Муреева Юлия. Кубахина Ева. Акулова Ульяна. Арзанова Лада. Спасибо вам, мои хорошие. Девочки, вам слово. Сцена замирает в ожидании, в зале наступает тишина. Занавес, прожекторы, сияние, атмосфера радостью полна. Чьей рукой, чьей духом, чьим старанием вымышлен в мир танца трудный путь. Как частицу сердца и призвание души детские вдохнуть. Это вам дано от Бога, милый наш учитель дорогой. Наш неутомимый хореограф, вы нам стали мамой второй. С вами о прекрасном мы мечтаем, если чувства вышли светлее. Мы благодарим вас и желаем долгих, ярких, теплых, славных дней. Спасибо, мои хорошие. Антракт 10 минут. Танцевальный коллектив. Восточная красавица. Thank you.
Ивана Купала, так назвали совместную новую шоу-постановку. Группа «Маляка» и группа «Жасмин» была на сцене. Еще раз аплодисменты, пожалуйста. Дорогие друзья, от коллектива киноконцертного зала «Южный» мы хотели бы пригласить Екатерину Сергеевну на сцену. Можно я скажу смело, это наш коллектив с гордостью. Дорогие друзья, хотелось бы поблагодарить Екатерину Сергеевну за ее труды, за ее бессонные ночи, за творчество, за то вдохновение. Не знаю, где она его берет, мы потом узнаем. Самое главное, пожелаем вам, ну, творческих успехов желают все, а мы желаем вам действительно больше сил, больше терпения и стремления к чему-то новому, неизведанному, чтобы у вас все получилось. Грамотой награждается Жданова Екатерина Сергеевна и коллектив «Танцевальный Восточная красавица» за вклад в развитие детского и юношеского танцевального творчества, за высокое мастерство и преданность хореографическому искусству, активное и успешное участие в мероприятиях нашего города и района. И по итогам 2017-2018 года низкий вам поклон за ваше активное творчество. А мы приглашаем на сцену группа «Амира», классика. We'll be right back.
с народным фольклорным танцем «Саиди», и мы приглашаем на сцену Кубахину Еву. Группа Амаль. Табла.
Саиди, группа Амира. Яна Межансе. Thank you.
Классика на сцене «Бедственно» Анастасия. Еще одно направление фольклорного восточного танца – «Бамбути», группа «Жасмин». Yeah.
Егорова Валерия, эстрадная песня. На сцене Шульгина Ксения, табла. Thank you.
сцене группа «Амаль» Межансе. Аплодисменты, группа «Амаль». Это мои самые старшенькие девочки. Я их очень сильно люблю. Они тоже трудятся, ездят на фестивали, на конкурсы. Ну, дарите, дарите уже, а я буду говорить. Идите, поднимайтесь, поднимайтесь. Организованная группа поддержки. Девочки мои, я вас поздравляю. Вы у меня молодцы. В этом году они заняли 2/3 места. Молодцы, стараются. Растут, растут. Хочу вас наградить почетной грамотой. Почетной грамотой награждается Шанина Елена. Юдина Инесса. Антонова Светлана. Светочка. Жукова Ирина. Кунцевич Ольга. Айдуганова Светлана. Анисимова Елена. Егорова Елена. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо. И вот прошел год. И мы опять с вами на этой сцене. И опять мы признаемся вам в любви. И опять желаем здоровья, удачи, полета фантазии дикой и необузданной. И не останавливайте ее. Идите вперед к новым победам, к новым свершениям. Фантазируйте и не останавливайтесь. Спасибо вам за ваше творчество. Вот. Ну и построже к нам, пожалуйста. Мы еще можем. Спасибо.
Соответственно, Анастасия Акулова-Ульянов, фьюжн, смешанный стиль Аспания и Восток. Глазкова Елизавета. Валенки. Хорошая песня. Валя Хаус. Валенки. Валенки, да, валенки. Ой, да не подшите старенькие. А нельзя валенки носить, а не в чем к милому сходить. Валенки, да, валенки. Глянь, что делается. Thank you.
Амира. Стой. Лока. Наконец-то до вас очередь дошла. Куда вы все пошли-то? Куда? Куда? Группа Амира. На место. Девочки, молодцы. Наконец-то вы отработали сегодня свою программу. Я вас поздравляю. Желаю творческих успехов. Всего самого хорошего. На следующий год у нас будут выпускники. Надеюсь, они не убегут от меня, надеюсь. Уж не убегут, наверное. Девочки, поздравляю вас всех. Медалью награждается Шульгина Ксения. Давай скорее. Поднимай. Пугина Анна. Егорова Валерия. Дмитриева Оксана. Иудина Мария. Батурина Елизавета. Молодцы, девочки. Ну и по традиции уже передаю микрофон. Дорогая Екатерина.
Екатерина Сергеевна. Вы уже 6 лет являетесь руководителем танцевального коллектива «Восточная красавица». За эти 6 лет к вам приходило много разных учениц, но, к сожалению, уходили силы, нервы и терпение. Опыт, который вы нам передаете, очень важен и бесценен для нас. Простите, что иногда заставляем вас кричать. Мы стараемся, но иногда не получается. Сегодня мы хотим вам пожелать успеха, послушных учениц и, самое главное, семейного благополучия. Мы надеемся, что мы стали большой частью вашей жизни. И мы стали все вместе большой дружной семьей, хотя иногда бывают некоторые разногласия. Спасибо вам за все. Без вас не было бы. Кроме Екатерины Сергеевны, мы бы хотели еще поздравить Елену Игоревну. Очень благодарны за все ваши старания. Все красивые потянутые тела, натянутые носки. Все это благодаря нашим занятиям. Мы вам очень благодарны. Хотя иногда бывало, конечно, и трудно. Но как же без этого? Как говорится, красота требует жертв. И мы продолжим стремиться к идеалу. Спасибо вам большое за все. Вы у нас самые лучшие. И другой такой нам не надо. Елена Игоревна, еще мы от души хотели бы пожелать вам оставаться такой же доброй, умной, красивой, жизнерадостной. Также мы хотели поздравить нашего любимого костюмера Светлану Антоновну. 18 лет. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваши старания, золотые руки, за те костюмы, которые вы нам шьете и днями, и ночами. Без них мы бы не стали такими красивыми, мы бы не были восточными красавицами. Светлана Антоновна, у вас действительно золотые руки, вы шьете нам потрясающие костюмы. Наши первые места тоже зависят от вас, потому что на конкурсах в первую очередь мы зажигаем своими костюмами, потому что вы наклеиваете нам бесконечное количество разных блестяшек, которые светятся. Мы очень благодарны вам за это. Спасибо вам большое. Мы вас всех очень любим. Еще мы хотели бы поблагодарить Аллу Александровну. Наша ведущая отчетных концертов. Без нее наши концерты не были бы такими замечательными, как сейчас. Спасибо вам. Вы всегда объявляете нас самыми лучшими словами. Ведущая, мы считаем, самая важная часть, наверное, во всех мероприятиях, концертах. А у нас самая лучшая ведущая. А еще мы с Аллой Александровной приготовили на май месяц сюрприз. Они узнают на тренировках. Спасибо. Дорогие гости, вот и подошел к концу наш отчетный концерт. Спасибо за то, что вы были сегодня с нами. И давайте еще раз поблагодарим всех наших красавиц за прекрасный праздник, восточную сказку. Громкими аплодисментами встречаем группу «Амаль». Громче, громче! Группа «Амира». Группа «Маляка».
منك ومرني بهمس من حنينك وحلو